Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировская область и Казахстан будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Несколько соглашений о намерениях поставлять технику в Казахстан заключили кировские предприятия на международной сельхозвыставке в Астане, которая прошла на минувшей неделе. Выставочный стенд области посетил торговый представитель России в Казахстане Александр Яковлев. Он заявил о готовности содействовать в продвижении различных проектов, направленных на развитие экономических отношений между Кировской областью и Казахстаном. Участниками выставки от нашего региона были Слободской машиностроительный завод, компании «Агротрейд», «Спецхимагро» и «Агропромтехника». Программа «Экономика». Мостотряд 46 может вложить в строительство путепровода свои деньги. В этом году на объект выделено порядка 700 миллионов рублей. По словам директора мостотряда Виктора Кудяшева, компания должна сделать больше того, что может покрыть выделенная сумма. Например, пролеты железобетонных строений на Чистопрудненской стороне нужно монтировать летом. Подрядчик сделает это в текущем году, потому что в следующем нужно заниматься освоением объемов на кировской стороне путепровода. Мостотряд 46 планирует вести работы за счет собственных средств, а уже после решит вопрос оплаты заказчикам. Экономика на 101 FM. В 4 раза сократилось число проверок налоговой за 6 лет. Если в 2010 году кировские налоговики проверяли 13 налогоплательщиков из 1000, то в 2016 только 3. По информации Кировского управления налоговой службы, применение автоматизированных аналитических инструментов позволило повысить эффективность камеральных проверок. Рост до начисления составил 22% к уровню прошлого года. Выросла и доля налоговых деклараций с выявленными суммами нарушений. В рамках проверки достоверности налоговых декларации каждый 3-й доначисленный рубль приходится на налог на прибыль организаций. В завершение о валютах: доллар сегодня 57.28, евро 61 рубль 70 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.